Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Надежду Бабкину, наконец, вывели из искусственной комы, о чем нам сообщили источники, близкие к медикам, а подруги артистки разнесли благую весть по миру через свои соцсети. Неделя напряженного ожидания завершилась, ко всеобщему облегчению, позитивной новостью. Народную артистку России Надежду Бабкину ввели в медикаментозную кому еще неделю назад, чтобы обеспечить более эффективную работу аппарата искусственной вентиляции легких. Артистка в плохом самочувствии поступила в одну из частных клиник с диагнозом пневмонии и подозрением на коронавирусную инфекцию еще 1 апреля. Как сообщили источники МК, воспаление легких приобрело достаточно серьезную форму, из-за чего и пришлось продержать Бабкину в коме достаточно долгое время. Тем не менее, анализы на коронавирус по-прежнему и необъяснимым образом, как заметили источники, продолжают показывать отрицательный результат, несмотря на характерную для заражения клиническую картину. Состояние знаменитой артистки удалось стабилизировать, что позволило вывести ее из комы и отключить от ALF. Сейчас она в сознании, самостоятельно дышит, а все показатели и анализы пошли на улучшение. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.